Югорчане могут воспользоваться шансом оздоровиться в санаториях. Опция доступна для граждан из льготных категорий. На покупку путевок округ получил дополнительно 24 миллиона рублей из федерального бюджета. Об этом сообщает портал «Открытый регион». Югорчанам с инвалидностью доступны здравницы Свердловской, Тюменской, Самарской, Ульяновской областей, Пермского края и Кубани. Люди с болезнями органов кровообращения, опорно-двигательного аппарата и эндокринной системы могут оздоровиться в центре реабилитации «Нефтяник Самоплора», который находится близ Нижневартовска. Всего на данный момент имеется около 1200 свободных для выдачи югорчанам путевок.